Слава Богу, церковь! Praise God, church! Время пришло начинать наше богослужение. Пожалуйста, рассаживайтесь поудобнее. The time has started to begin our service, and please sit comfortably here. Я благодарю Бога за каждого из вас, кто находится здесь, на этом месте. I thank God for everyone who is present in this place. Это прекрасное место, то, что мы можем находиться здесь, это слава Богу за это. And praise be to God that we can be here in this place. Мы благословляем вас на этом месте, благословляем также наших гостей, которые с нами рядом есть. We bless everyone who is here, and especially bless our guests that are with us today. И это время будет благословенное, и мы желаем прославить нашего великого Бога на этом месте. And this time will be a blessed time, and we'll bless the Lord in this place. И перед началом я желаю прочитать к Ефесянам, первая глава. And before we begin, I want to start reading Ephesians 1. С третьего стишка. Starting from verse 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we be holy and blameless before Him in love. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will. Благодарение Богу нашему, что Он избрал и излил к нам свою любовь через Иисуса Христа. We are grateful that He has poured out His blood upon us and that He has saved us. Это прекрасно и чудно, то, что мы имеем нашего Бога, который послал свою любовь к нам, детям нашим. It is so great to have a God that has sent His love to us, to His children. И в этих стишках, что вы прочитали, есть как бы четыре пункта. Я хочу просто затронуть чуть-чуть их. And there are four points that I have seen in these three verses, and I want to touch upon them. Он благословил нас всяким духовным благословением. He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Избрал нас прежде создания мира. He chose us before the foundation of the world. Мы избраны Его любовью. Аминь. We are chosen by His love. Чтобы мы были святы и непорочны любви к Нему. That will be holy and blameless before Him. И четвертое, самое главное, я думаю, это усыновил нас через Иисуса Христа, и мы сегодня будем это вспоминать и благодарить Бога за это. And the fourth one is the most important, and this is what we'll do in communion, which is He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Это, я думаю, самое главное, то, что Бог сделал для каждого из вас, простил нас, омыл нас. И дал нам спасение через Иисуса Христа. And this is the most important thing that Jesus has done for us. He has cleansed us, He has died for us and gave us new life. И давайте вместе с группой, я желаю, чтобы мы прославили, возблагодарили Бога и воздали Ему всю хвалу от наших сердец Богу. And I want us to be with the worship group to give the glory to God in all of our hearts. Давайте мы все станем, помолимся перед пением. Let us rise and pray before Him. Дорогой наш Господь и Бог, мы благодарим и славим за Твою любовь и милость, за все, что Ты посылаешь и даруешь, Господь, за то, что Ты избрал нас, Господь, за то, что Ты простил нас, Господь, и за то, что Ты омыл нас своей пречистой кровью, Господь. Мы избранные Твои дети, мы избранный народ Твой, Господь, и мы Твои, Господь, навсегда, навеки, Господь, ибо Ты еще заранее избрал нас, Господь, Ты пролил свою кровь и послал любовь к нам, аллилуйя, через Иисуса Христа, мы благодарим и славим. И просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас на этом месте, чтобы Дух Святой руководил нашими, Господь, жизнями, чтобы мы, Господь, были водимы Тобою, Господь, чтобы Ты научал нас, благословлял везде, во всем, Господь, ибо мы, Господь, желаем прибыть в Твоем присутствии. Господь, наполни каждое сердце на этом месте, наполни, Господь, своим присутствием, чтобы Ты, Господь, мог использовать каждую душу, Господь, для Царства Твоего, Господь, чтобы Ты устроял, чтобы Ты благословлял, чтобы Ты вел и держал нас в себе, Господь, аллилуйя. Мы желаем, Господь, познавать Тебя, мы желаем принимать Слово от Тебя, Духа Святого, Господь, чтобы нам больше и больше возрастать в Тебе, чтобы нам больше и больше укрепляться в Тебе, Господь, чтобы сила Святого Духа, Господь, была наполнена в каждой душе, Господь, чтобы нам быть водимы Тобою во всякое время. Мы благодарим Тебя, Господь, мы славим Тебя и просим Тебя, Господь, и желаем также воспеть, вас благодарить через пение, Господь, прославить
воздать Тебе хвалу, ибо only Ты один достоин хвалы, только Ты один достоин славы, Господь, и поклонения, Господь. И мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господь, и мы воздаем хвалу Тебе, Тебе единому Богу нашему, сотворившего каждого из нас и пославшую свою любовь, Господь, нам через Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, мы благодарим за все. Аминь, аминь, аминь. Praise God, church. It is good to be in the house of the Lord. You know, one thing that I realized this fast did for us as a church, it unites us in one spirit. And there is power in unity when we all unite in one common goal, to pray for a breakthrough, to pray for the healing, to pray for God's blessing. And there is power when we do something together. Today we have the opportunity to worship God, to glorify Him together. There is power in that. Don't leave that behind. Pray and worship Christ today. He deserves all the glory, and His power will come down in this place today, and He will do a mighty work. He has a plan for this service today. Don't let it pass you by. Be part of that plan today. Glorify Him. Worship Him. Your life will never be the same. Hallelujah, Jesus, You deserve the glory. We're going to worship You today, Lord. We're going to glorify Your name, Jesus. As one church, together, as one body, we are going to lift Your name today, Lord Jesus. Hallelujah, because You deserve it, Jesus. You deserve it, our God. You said you're coming back again. I know you.
praises, Lord, for you have came to this world, Lord. You have came to this earth, Lord Jesus. You live, Lord. You died, Lord. And not only that, you have raised from the dead, Lord, for us, Lord Jesus. You have done this for us, Lord, that we can walk in victory, Lord, that we can glorify you, Lord Jesus. Hallelujah, that we can come before you, Lord, and worship your mighty name, Jesus. Hallelujah, we thank you. We glorify you. We worship you. We magnify your name, Jesus. Hallelujah, we come to you. We come into your presence, Lord. Not because we are good, Lord, but because we are your children, washed by the blood, Lord, that you have spilled for us, Lord. Lord, help us, Lord, to confidently, Lord, walk before you, Lord, and receive what you have in store for us, God. Don't let anything stand in the way, Lord. Lord, we are open before you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Свят Бог, свят. Смерть за нас, отдавший.
Иисус. You are the Alpha and Omega, Lord. You are the beginning and the end, Lord. This is the God that we worship, Lord, the creator of all the universes, Lord. We bow down before you, Lord. Your presence, Lord, is evident in this place. You are here right now. Thank you that you are here in this place, Lord. The desire of our heart is to worship you, God. The desire of our heart is to come before you, Lord, and bow down before you, Jesus. And to give you the honor, God. And to give you the praise, Lord, for you have done much, Lord, for us, God. You have done so much for us, God. In you we have the victory, Lord. When we walk into your presence, God, everything changes. Our lives are never the same, God, and that's why we are so hungry for you. We are hungry for that presence, Lord. Help us, Lord, help us, Lord, to receive everything, Lord. Lord, we want to glorify you, Lord. And I know when we worship you, Lord, your word says that your presence is here. We walk by faith and we know that, that you are here and you're ready to give, Lord, everything that our hearts desire, Lord. You know it, Lord. You are ready to give it to us, Lord. We come before you. We come before you, Jesus, in honor and in worship. Magnifying your name, lifting your name, Jesus. Lifting your name, Jesus, Lord. And giving you the praises. Hallelujah. Holy, holy are you, God. Holy, holy are you, God. Holy, holy are you, God. Lord of lords and King of kings. Войду во святое святых. Войду я во славу Отца.
For your name is holy. Имя Твое свято. Господи, мы осознаем, Ты в святости своей непорочен. And we know that you are flawless in your holiness. И поэтому мы восклицаем Тебе. For that reason we cry out to you. Потому что мы желаем носить Твой образ. Because we desire to carry your image. Мы желаем в Тебе достигнуть совершенства. We want to reach that perfect perfection in you. Чтобы во всем носить Твое подобие. We can carry your likeness. Носить Твой образ. So we can carry your image. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Твое присутствие да будет так сильно сегодня в этом зале. May your presence be strong in the sanctuary. Чтобы взирая на Тебя. So that looking upon you. Поклоняясь Тебе. While worshiping you. Мы преображались, Господи. We could be transformed, Lord. Мы преображались, Господи. We could be transformed. Мы преображались, Господи. We could be transformed. Твое имя свято. For your name is holy. Твое имя сильно. Your name is strong. Твое имя славно. It is glorious. Твое имя могущество. It is mighty. Hallelujah. 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 Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the Высылаем славу Твою. Аллилуйя. Да наполнится этот зал присутствием Твоей славы. Да наполнится этот зал присутствием Твоих дел, Господи. Но Ты великий Бог. Ты славный Бог. Ты святой Бог. И имя Твое могущество. Имя Твое славно. Имя Твое чудесно. Имя Твое чудесно. It is wonderful. Господи, я благодарю Тебя. Lord, I thank you. Что Ты приготовил для нас много благословений. That you have prepared blessings for us. Что каждый, кто сегодня здесь. That every single person that is here today. Или кто с нами сегодня через интернет. Or who's watching us through the live stream. Получит благодать Твою. They will receive your grace today. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Потому что Ты добрый Бог. For you are a good God. Ты добрый Бог. You are a good God. Имя Твоему слава. May your name be glorified. Имя Твоему слава. May your name be praised. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Аминь. Amen. Amen. Слава Иисусу. Glory to Jesus. Слава Господу, братья и сестры. Praise God, brothers and sisters. Сегодня у нас славный день. Today we have a glorious day. И я очень рад, что вы здесь, в Доме Божьем. And I'm very happy that you're here in the house of God. Потому что в этот день мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. Because in this day we will be remembering the sufferings of Jesus Christ. Всякий раз, когда мы приближаемся к Господу, вспоминая Его страдания. Every time when we draw close to God, remembering His sufferings. Мы можем ожидать от Бога самое потрясающее действие. We can expect from God the most tremendous gifts. Но у нас также сегодня завершение нашего поста и молитвы. But we're also concluding our period of fasting and prayer. На протяжении 21 дня. In the span of 21 days. Нашей веры. With our faith. Нашей молитвой и постом. With our fasting and our prayer. Мы искали лицо Господне. We were seeking the face of God. И я очень благодарен многим из вас. And I'm very grateful to many of you. Которые искренне это делали. That did that sincerely. Бог да благословит вас. May the Lord bless you. Но я верю, что у Бога есть благословение для всей церкви. And I believe that God has blessings for the entire church. Потому что Бог, которому мы служим, Он добрый Бог. Because the God whom we serve is a good God. Слава Иисусу. Glory to Jesus.
Я просил у Господа слова, and I was asking for a word from God, которое бы стало бы, можно сказать, завершением нашего поста. A word that could conclude our fasting. Поэтому я думаю, что поговорим сегодня. Я хочу поговорить с вами, наверное, о главном. And so, for this reason, I'd like to speak about our main points. Мое желание поговорить с вами о состоянии, которым Бог будет доволен вами. I want to speak about the condition in which God would be pleased with you. Вы хотите, чтобы Бог был доволен вами? Do you want God to be pleased with you? Каждый раз, когда Он взирает на вас, чтобы Он смотрел на вас большой улыбкой радости. When every time He looks upon you, may He have a big smile. И второе, and это second, поможет вам быть довольным Богом. This will also help you to be pleased with God as well. Очень часто, когда мы чувствуем, как будто бы Бог не отвечает на наши нужды, very often when we feel that God is not answering our needs, в нашем сердце получается некое огорчение. There's offense, maybe disappointment that is in our hearts. И мы иногда понимаем, что это не должно быть, это неправильно. And we understand that this shouldn't happen, that that is not right. И поэтому нам часто приходится бороться с нашим сердцем. And sometimes we even have to battle, have that battle within our hearts. Но то, о чем я хочу говорить с вами, это является кульминацией Божьего плана для твоей жизни. But what I want to talk to you about is that apex of God's plan for your life. Бог что-то желает сделать в твоей жизни потрясающе особенное. For God wants to do something that's tremendously special in your life. И для этого давайте мы с вами прочтем место Писания Ефесянам 3 глава 16 стиха. And for that reason we will read from Ephesians chapter 3 starting with verse 16. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with the power through His Spirit and inner man. Слышите, сколько здесь силы в этом стихе? Do you hear how much power there's in this verse? Бог да даст вам, молился Павел. May He would give you, may God would give you, Paul prayed. По богатству Его славы. According to the riches of His glory. Крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. To be strengthened with power through His Spirit in the inner man. Верою вселиться Христу в сердца ваши. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота. And that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints, that is the breadth and the length and the height and depth. И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. And to know the love of Christ which surpasses knowledge. Дабы вам исполниться всею полнотой Божьей. That you may be filled up with all the fullness of God. Еще раз хочу обратить, чтобы обратили внимание, again, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. Let's be attentive to the words and that may you be filled up with all the fullness of God. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше чего всего, чему мы просим или помышляем. Now that him he and to him who is able to do far more abundantly beyond what we ask and think. Тому слава в церкви. According to the power that works within us. Во Христе Иисусе. To him be the glory in the во church. Во все роды. And in Christ Jesus to all generations. От века до века, аминь. Forever and ever, amen. Павел ставит аминь. And so Paul said amen. Здесь можно поставить аминь. Here we can say amen. Итак, тема моей проповеди сегодня. And so the topic of my sermon today. Как исполниться всею полнотою Божьей. Is how to be filled with all the fullness of God. Мы много у Бога просили. We've asked for many things from God. Но Библия говорит, что мы должны знать, как исполниться Его полнотой. But Bible says that we need to learn to be filled with all His fullness. Что же такое полнота Иисуса, Иисуса Христа? What is the fullness of Jesus Christ? О чем апостол молился, просил и писал этой церкви? What was the apostle writing about, praying for to the church? Знаете ли вы, что такое полнота? Do you know what the fullness is? Для того, чтобы нам, наверное, увидеть картину, что о чем молился Павел, to be able to picture what Paul was praying about. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на историю людей, отношению людей с Богом. I want us to look at the history of the relationship of people with God. Если мы хотим познать Бога больше, if we'd like to get to know God more, нам нужно знать, как Бог работает с нами. We need to know how God works with us. Знаете, как Бог работает с нами? Do you know how He works with us? Бог открывает нам себя понемногу. He reveals Himself to us little by little. Поэтому, когда мы исследуем Писание, and so when we look at the Scripture, на протяжении сотен и даже тысяч лет, on the span of tens and hundreds and thousands of years, мы можем увидеть одно и то же, we can see the same thing, в разных формах, happening in different там, forms. Где Бог выражал свою личность. We can see where God was expressing His
identity, his personality, выражал свое сердце. Or his heart, his essence. И от начала, and so from the very beginning, Бог хотел, чтобы человек наполнился полнотой Божьей. God wanted man to be filled with the fullness of God. Что же Бог хотел, чтобы мы увидели? What did God want us to see? Давайте посмотрим на несколько людей. Let's look at a few people. На протяжении истории несколько людей в Писании. In the span of history, a few people, a couple of people within Scripture. Они смогли заметить сердце Божье. They were able to notice the heart of God. Различить, что есть сердце Бога. They were able to discern what the heart of God was. Первым человеком, которого я думаю, что я знаю. The first person that I think I've recognized. Это его звали Енох. His name was Enoch. Енох был удивительный человек. He was a wonderful person. Мы о нем мало знаем. We know very little about him. Мы знаем, когда он родился. We know when he was born. Сколько лет он жил. How many years he lived. Но написано о нем следующее. But then the following is said about him. И ходил Енох с Богом. And Enoch walked with God. И не стало его. And he was gone. Потому что Бог взял его. Because God took him. Что за секрет? What is that secret? Какой призыв в жизни Еноха есть для нас с вами? What was the calling in the life of Enoch that is also for us? Что Бог хотел, чтобы мы в этом увидели для себя? What did God want us to see for ourselves within that? А, наверное, Бог хотел, чтобы мы поняли сердце Бога. God wanted us to maybe see the heart of Бог God. Бог желает. He desires. Чтобы через Божьи действия. So that through God's works, through His actions. Через откровение Его сердца. Through the revelation of His heart. Мы построили с Ним особенные отношения. We would be able to build a special relationship with Him. Вторым человеком был Моисей. The second person was Moses. Моисей, как никто другой, as no one else, он имел близкую встречу с Богом. He had a close encounter with God. Он знал Бога лицом, он разговаривал с Богом лицом к лицу. He spoke to God face to face. Как человек говорит с человеком. Just as a person speaks to another person. И вот в этом беседе он распознал что-то в сердце Бога. And in that conversation he found out what the heart of God was. Он распознал, что Бог желает быть с человеком. He found out that God desires to abide with mankind. Он увидел, что у Бога есть желание. He saw that God had a desire. Внутри сердца есть особенное желание в Боге. That God within his heart has a specific desire. Проводить время с человеком. To spend time with mankind. Быть с ним. Жить с ним. To abide with them, to live with them. И поэтому Библия говорит следующее. And for that reason, the Bible says the following. Когда, вы помните, было ковчег Завета. Remember, there was the Ark of the Covenant. И когда народ Божий передвигался с одного места на другое. And when people of God moved from one place to a different one. То Моисей говорил такие слова. Moses would say these words. Поднимись, Господи. That rise, God. И да рассеются от лица твоего все враги твои. And may all the enemies flee from your face. Другими словами, он говорит, Господи, ты с нами. In other words, he said, God, you are with мы us. Мы движемся вперед. And we are moving forward. Но сейчас поднимись. But right now we need you to rise up. И пусть от твоего лица and may from your face рассыпутся все враги. All your enemies flee. И когда они снова останавливались, and when they stopped again, Моисей говорил другие слова. Moses would say different words. Он говорил, сейчас, Господи, he would say, now, God, возвратись return, к тысячам твоим, return to your people, и to your thousands, народа твоего. Into for your people, into in the midst of your это как будто бы он говорил к сердцу самого Бога. It's as if he spoke to the heart of God. Как будто бы он пророческим словом. With a prophetic word. Обращался к желанию Бога. He would turn, he would speak to that desire. Он приглашал его снова. He would welcome him again. Господи, я знаю, что ты желаешь, чтобы быть с нами. He said, Lord, I know that you desire будь to be with us. Будь с нами, Господь. Then be with us, Lord. Возвратись к нам. Return to us. Но с третьей личностью. And then the third person, это был Давид. That was David. Он намного больше открывает вот эту сущность Бога. He opened to us that essence of God a lot more. И это записано в 131 стихе, с 1 по 5 стих. And we can read it in Psalms 132, starting with verse 1. Это молитва Давида. That is the prayer of David. Смотрите, как Давид обращается к Богу. And see how David turns to God here. Он говорит, вспомни, Господи. He says, remember, O Lord. Давида и все сокрушение его. On David's behalf, all his affliction. Как он клялся Господу. How he swore to the Lord. Давал обет сильному Якову. How he vowed to the mighty one of Jacob. Заметьте, что он, если
Моисей, он обращался к Богу. Notice that when Moses, he spoke to God, то однажды Давида посетило откровение Божьего сердца. And so David himself, he was also visited by the revelation of God's и heart. И это откровение настолько сильно коснулось его сердца, that revelation touched his heart in such a way, что он был полностью сокрушен. That he was completely humbled, от crushed. От понимания Божьего сердца Давид рыдал. From the understanding of God's heart, он плакал. David wept. И он не только плакал, он дал Богу клятву. But he didn't just cry or weep, but he also vowed. И вот какую клятву он дал ему. And this was the vow that he gave God. Третий стих говорит следующее. Verse 3 says. Это клятва, которую дал Давид Богу. That is the vow that David made with God. Не войду в шатер дома моего. Surely I will not enter my house. Не взойду на ложе мое. Nor lie on my bed. Не дам сна очам моим. I will not give sleep to my eyes. И веждам моим дремания. Or slumber to my eyelids. Доколе не найду место Господу. Until I find a place for the Lord. Жилище сильному Иакова. A dwelling place for the mighty one of Jacob. Аллилуйя. Hallelujah. Можете представить, что говорит Давид? Can you imagine what David is saying? Восьмым стихом в этом псалме он говорит. In verse 8 in the same psalm he says. Встань, Господи. Arise, O Lord. На место покоя твоего. To your resting place. Ты и ковчег могущества твоего. You and the ark of your strength. И 13 стихом говорит следующее. And in verse 13 he says. Это уже выражение Бога. And that is already the expression of God. Ибо избрал Господь Сион. For the Lord has chosen Zion. Послушайте внимательно. Бог избрал Сион. Listen attentively. God has chosen Zion. Возжелал его в жилище себе. He has desired it for his habitation. Это покой мой навеки, говорит Бог. This is the resting. This is my resting place forever, says God. Здесь вселюсь я. Ибо я возжелал его. Here I will dwell, for I have desired it. И дальше он говорит о благословении. And then he speaks about blessing. Он говорит, я пищу твою благословлю. Said, I will bless your food. Я нищих твоих накормлю. And that I will feed them. Я священников одену во спасение. And your priests will be dressed. Все враги твои посрамятся. And that all your enemies will be defeated. Но я хочу, чтобы вы посмотрели. But I want you to see this. Следующая картина. The next picture. Давид зашел в свой дом. That David entered his home. Когда он стал царем, when he became king, он построил свой дом. He built up his house. Ему было очень приятно в своем доме. And it was very pleasing for him he to be there. He felt very cozy, можно так сказать. Ему было уютно. Вот, молодец. Он почувствовал некий покой в душе. He felt peace there. С ним он был среди своего народа. He was among his people. С ним были его жены. And then he had his wives there. Его дети. His children. И некий мир посетил его. And he was in peace, at peace when he was there. В это время. At that very same time. Бог дал ему откровение. God gave him a revelation. В это время он понял. He understood. У меня есть место покоя. That I have a resting place. У меня есть кровать, на которую я могу положить свою голову. I have a bed on which I can place my head. Я среди своего народа. I am among my people. Но Бог не имеет. But yet God doesn't have a dwelling. Но ковчег Божьего завета. The ark of the covenant. Находится где-то далеко. It's so far away. Где-то в Кириафариме. It is very far. Он как будто бы никому не нужен. It's as if no one needs it anymore. Вот он просто стоит. It's just sitting there. Никто не производит там больших служений. That no one conducts any services there. И это настолько сильно поразило сердце Давида. And that touched the heart of David so much. Что он начал плакать. That he began to weep. В его сердце пришло осознание, that there was that acknowledgement that что люди не сделали место для Бога, that people have not left or made a place for великого God, Бога, for that great and glorious который God, во все времена желает пребывать с человеком, who at all times desires to abide with people, но люди не нашли ему места, yet people did not make a place for him. Он плакал. And so he wept. Затем поклялся. And then he made a vow. Можете представить, какую клятву он сделал? And can you imagine the vow that he made? Господи. Said Lord. Покуда у тебя не будет дом в Иерусалиме. Until there is a dwelling place for you here in Jerusalem. Я не зайду в свой дом. I will not enter my home. Я не положу свою голову на мягкую подушку. I will not place my head on the soft pillow. Я не позволю себе отдыхать в тихом, спокойном месте. I will not allow myself to rest. Я это сделаю. I will do this. Я это сделаю. I will do this. И мы знаем, что сделал Давид. And we know what David did. И мы видим, что сделал Давид. And we see what he did. Аллилуйя. Hallelujah. И пришло славное Божье действие. And so God's glorious action came. Но это с вами, это для нас, братья и сестры, к нам вызов.
But that is a call for us, brothers and sisters. Это было все показано для нас, чтобы в Новом Завете. This was all shown for us that in that new covenant, in the New Testament. Чтобы мы знали, чтобы жить Божьим обетованием. So we would know how to live according to God's promise. Чтобы мы не ходили как слепыми. So that we would not walk as blind. Чтобы мы знали, что хочет Бог. So that we would know what God desires. Еще раз послушайте эти стихи. Again, listen to 13-14 стих. Verses 13 and 14. Ибо избрал Господь Сион. For the Lord has chosen Zion. Возжелал его в жилище себе. He has desired it for his habitation. Это покой мой навеки. This is my resting place forever. Здесь вселюсь. Here I will dwell. Ибо я возжелал этого. For I have desired it. Я возжелал этого. I have desired it. У Бога есть желание. God has desires. Когда мы с вами постимся и молимся. And when we fast and pray. У нас есть желание. We have desires. Но и у Бога есть желание. But God has his own. И сегодня это проповедь для того, чтобы ты знал желание Божье. And today the sermon is that you would know what desire of God is. Но давайте мы посмотрим на Новый Завет. Let's look at the New Testament. Давид был прообразом Христа. That David, he was that image of Christ. Давид поклялся найти Богу место жилища. Because he made a vow to God to find him a dwelling place. И мы знаем, что он вначале построил скинию. And we know that he built first the Holy of Holies. А потом через сына своего он все приготовил, и сын его построил ему храм. And then he prepared everything, and then his son built the temple. Но это примерно это то, что он возвещал, то, что сделает Христос. But that is in the same way he was prophesying what Christ was going to do. Заметьте, что сделал Христос. And notice what Christ did. Христос, прежде чем пришел на землю, Christ, before coming to earth, он дал Богу тоже свое, я не скажу клятву, но дал свое обещание. He also gave God a promise. И это написано, выглядит так. And that was the following. Вот что сказал Христос. This is what Christ said. Вот иду. For here I come. Когда Иисус шел на землю. When he was coming to earth. Он сказал, вот иду. Here I am going. Как в начале книги обо мне написано. As in the beginning it was written. Чтобы исполнить волю твою, Боже. To fulfill your will, God. Какая воля была Божья? And what was the will of God? В чем сокрывалась его воля Божья? What was the will of God? А воля Божья была в одном. It was in one. It was чтобы one. Иметь жилище Божье. Is to have a dwelling place. Среди человеков. In the midst of the people. Поэтому давайте мы прочтем Ефесянам 2 глава 16 стиха. Let's read from Ephesians chapter 2 verse 16. В одном теле примирить с собой, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. And might reconcile them both in one body to God through the cross by having it put to death in the enmity. Заметьте, что сделал Христос. Notice what Christ did. В своем теле. In his own body. Он что-то делает. He did something. Он что-то убивает. He also put something to death. То, чтобы больше ничего не мешало. So that nothing could get in the way. И придя. So then he came. Благовествовал мир вам, дальним и близким. And he preached peace to you who are far away. Потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. He said also peace to those who are near, for through him we both have our access in one spirit to the Father. Итак, вы уже не чужие. So that you are no longer strangers. И не пришельцы. And aliens. Но сограждане святым и свои Богу. But you are fellow citizens with the saints. Вы утверждены на основании апостолов. Having been built on the foundation of the apostles и пророков, and the prophets, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, Christ Jesus himself being the cornerstone, на котором все здание, in whom the whole building, послушайте внимательно, слагается стройно, being fitted together, возрастая в святой храм в Господе, is growing into a holy temple in the Lord, в котором и вы устрояетесь в жилище Божье. In whom you also were being built together into a dwelling of God in the Spirit. Павел говорит о том же самом. So Paul speaks about the same thing. В Новом Завете Павел говорит о том же самом. In the New Testament, Paul speaks about the same thing. Бог открыл мне желание своего сердца. That God opened to me the desire of His heart. Что Он послал своего Сына. That He sent His Son. Чтобы Сын мой. So that my Son. Мог подготовить место для нового строения. Would prepare a place for a new dwelling, a new building. Потому что Бог желает. Because God desires.
Бог желает God desires жить с человеком. To live with mankind. И поэтому Бог желает, and that God desires, чтобы на земле был храм Его, that there will be a temple of God, чтобы было место жилища Божьего, that there will be a dwelling place for God, a resting place for Him. Аллилуйя Господу слава! Аллилуйя, glory to God! Аллилуйя Господу слава! Glory to God! Но если через Давида, but if through David, был построен только один храм. There was only one temple built. Этот храм был построен из камней. And that temple was built с дерева, from stones, золото, from, серебра. From gold and silver and wood. То Христос сделал намного больше. And Christ has done significantly more. Он пришел, He came, чтобы мы с вами, so that you and I, все, all of us, устроялись в Божий храм номер один. Fitted together into God's temple. Чтобы ты стал Божьим храмом. So that you would become God's temple. И чтобы Духом Божьим. And that through the Spirit of God. Ты стал жилищем Божьим. You would become the dwelling place for God. Чтобы в тебе пришла полнота Божья. So that you would be filled with the fullness чтобы, of God. Чтобы в тебе пришла полнота Божья. So that in you there will be that fullness чтобы of God. Чтобы Бог жил в тебе. So that God would dwell чтобы within you. Чтобы ты был Его храмом. And you would be His temple. Чтобы ты был местом, где Бог нашел покой. So that you would be God's resting place. Hallelujah, Господу слава. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, Господу слава. Glory to God. Мы можем задать вопрос, почему это важно? And so can we ask a question? Why is this important? Потому что я думаю, что многие из вас уже где-то устали меня слушать. I believe that many of you are, might be tired of listening to me. Но можно задать вам вопрос. Вы знаете, почему Бог захотел, чтобы ты был Его храмом и ты был местом Его жилища? But can I ask you a question? Why does God want you to be His temple? Why does He want you to be His resting place? И это не просто прообраз, это реальность. And that is not just an image that we're talking about. This is reality. В храме в Иерусалиме был Бог. God, He was in the temple in Jerusalem. Был живой и славный Бог. The living, glorious God was there. Ты призван, чтобы Бог был в тебе. And you are called for God to чтобы abide in you. Чтобы ты был Его храмом. So that you would be His temple. Но знаете почему? But you know why? Я всегда задавал себе вопрос. I've always asked myself this question. Господи, почему? Lord, why? Но неужели нельзя было для тебя, Господи, ты же славный, всемогущий. But you're so powerful, you're almighty. Можно было бы из золота, из драгоценных камней. Couldn't you, from gold, from precious stones, построить тебе огромнейший шедевр искусства? Build this great masterpiece. И там, где бы ты жил. And there you would live. И ты находился. You would abide there. Господи, может, это бы пошло. Зачем тебе жить в нас? Lord, maybe that would be better. Why do you want to live within us? Но знаете, это отвечает. Бог ответил мне. And you know God answered to me. Потому что Он желает быть с тобой. Because He desires очень близко. To be with you closely. Он желает быть с тобою всегда. He desires to abide with you forever. 24 часа в сутки. 24 hours a day. 7 дней в неделю. 7 days a week. Бог всемогущий. God is almighty. Желает жить тебе 24 часа в сутки. He desires to dwell within you 24 hours a day. Он настолько хочет быть с тобой. He wants to be with you so much. Он настолько любит тебя. Because He loves you so much. Он настолько любит тебя. He loves you to that extent. Что если Он не с тобой, that if He's not with you, в его сердце нет покоя. He has no rest in His heart, no peace in His heart. Он хочет быть с тобой. He wants to be with you. Это первая причина. That is the first reason. Вторая причина. The second reason. Потому что в вечности, because in eternity, когда мы придем в небо, when we go to heaven, послушай внимательно, listen carefully, Он хочет тебе ответить тем же. He wants to answer to you in the same way, in the very same way. Что я имею в виду? What do I mean by this? Если вы будете читать Откровение 21 главу, if you read in Revelation chapter 21, там есть описание Нового Иерусалима. There is a description of New Jerusalem. Там написано первое, что туда ничто нечисто не войдет. It says that nothing impure will enter there. Для тебя, чтобы быть чистым, тебе нужен Бог в тебе внутри. And for you to be pure, you need God within you. Только Бог в тебе делает тебя чистым. For only God can cleanse you and make you pure. Но второе, там пишется о этих вещах, двух вещах. But second, it describes two different distinct things. Но только там храмом его не будешь ты. It says only there you will not be His temple anymore. Храмом его будет Он. He will be the temple. Для тебя Он там будет храмом. For you, He will be the temple there. Если ты сегодня ответишь Ему на земле, if today you respond to Him here on earth, и дашь Ему свою жизнь как храм, and give to Him your life as the temple, то в небесах Он будет для тебя храмом. Then in heaven, He will be that temple for you. И светильником для тебя будет
агнец. And she, the lamb, will be your lamb. Hallelujah. Hallelujah. Бог желает, чтобы ты в вечности был всегда с ним. For God desires an eternity for you to abide with him. И он даст тебя, он себя открывает как храм для тебя. And he will reveal himself to be that temple for you. Мы можешь воскликнуть это Аллилуйя. Can you say hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Если ты сегодня найдешь веры в себе, if you find faith within your heart today, чтобы предоставить свое тело, предоставить свою жизнь, чтобы быть его храмом, to offer your life, your body, to be his temple, чтобы быть его жилищем, to be his resting place, то первое ты, он себя сделает для тебя своим храмом. Then he will make himself a temple for you. И второе, and second, он для тебя будет жилищем. He will be your resting place, your dwelling place. Нет, он не построит тебе домик где-то там, где-нибудь. No, he will not build you a house somewhere far away. Кто-то хочет, чтобы там где-то возле озера, возле леска так построил, на рыбалку, чтобы можно было ходить. Maybe someone wants a house being built there by the lake and near the woods. I feel sorry for you. Он твое жилище. For he is your dwelling place. В его присутствии. In his presence. Ты испытаешь самый огромнейший, потрясающий комфорт. You will experience the greatest, the wonderful, that comfort, твой мир и покой. He is your peace. He is your rest. Бог говорит, место мое, где место моего покоя? For God says, where is my resting place? Если ты сегодня его место его покоя, and if you are that resting place for him, то в небесах он будет местом твоего покоя. Then in heaven he will be the place Hallelujah, of your Jesus. Rest. Hallelujah, вот Jesus. Вот почему это важно на земле. That is why it's important on earth. Вот почему ты не можешь пропустить это. That's why you can't let that opportunity вот pass by. Вот почему ты не можешь проморгать это. For you, that's why you cannot sleep through this. Потому что Бог желает ответить тебе тем же в вечности. For God's desires to respond to you in the very same way in eternity. Аллилуйя, Господу слава. Hallelujah, glory to God. Аллилуйя, Господу слава. Glory to God. Но давайте мы возвратимся к прочитанному тексту. So let us return to the text that we read. Полноте Божьей. To the fullness of God. Что же апостол Павел имел в виду? What did Apostle Paul mean? А вот что он имел в виду. This is what he meant. А вот он имел в виду, сделай Богу место, чтобы он пришел тебе во всей полноте своей. He meant that we need to make room for God so that he can come to us in all his fullness. Дай место Богу. Leave room for God. Сделай себя храмом. Make yourself that temple. Призывай его в свое жилище. Welcome him into your dwelling. Да так призывай. And welcome him in such a way. Чтобы он мог во всей полноте наполнить тебя. That he could fill you with all his fullness. И он придет как Бог, который выше твоих желаний. And he will come as the God who is who will give you even more than you desire. Павел говорит, больше, чем мы просим и помышляем. More than we can think or ask. Дай полноте Божьей, которая больше, чем твои желания, больше, чем твои прошения. Allow the fullness of God that is greater than your desires, greater than the things that you ask for. И ты прославишь его в доме Божьем. And you will glorify him. Потому что когда он приходит, for when he comes, с ним приходит его слава. His glory comes with him. С ним приходит его величие. His greatness. Он говорит Давиду, я благословлю пищу твою. He says to David, I will bless your food. И священников одену в спасение. And that your priests will be donned on salvation. And I will fill you with joy. И в стыде будут ходить враги твои. And your enemies will walk away in shame. А твой, а ты будешь сиять. For you will shine. Аллилуйя, Господу слава. Hallelujah, glory Павел to God. Говорит то же самое. And so Paul says the same thing. Сделай место Богу. That you would make room for God. Make that dwelling place. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Три вещи, которые нам помогут это сделать. Three things that will help us achieve this. И мы помолимся. And we will pray. Они важны, потому что в этой молитве мы будем об этом говорить Богу в заключении нашего поста. They're important for we will speak to God about these three things in conclusion of our fast. Павел говорит, для того, чтобы это произошло, Paul says for this to happen, он молился, he was praying, чтобы Бог от своей славы, that God, according to his своим glory, духом, according to his spirit, укрепил каждое сердце. He would strengthen every heart. Когда ты сегодня думаешь, and today, when you think, и думаешь, ну это хорошо, но это невозможно. You think, well, this is good, but it's impossible. Храм, это значит, там должно быть поклонение. Temple, that means there needs to be worship. Поклонение, это, братья и сестры, не только в церкви. And worship, that means not just in church. Поклонение в храме. The worship is in вот the temple. Храме. In the temple here.
со всей радостью, with all joy, со всей силою, with all the power, со всем вдохновением, and inspiration. Поклонение — это здесь. Worship is here. Потому что там живет Бог. Because that's where God dwells. Потому что там есть храм. Because there's a temple. Аллилуйя. Hallelujah. Но каждый из нас думает, как я не смогу, я так занят, мне не получится. Every single one of us is thinking, well, I can't do this. I'm so busy. It will not happen. Павел знал ответ. But Paul had an answer. Попроси у Бога сегодня помощи от Духа Святого. And so ask God for help today from the Holy Spirit. And you'll be as David. Можете представить, что сделал Давид? Can you imagine what David did? Он был царь. He was a king. У него было много разных забот, но у него было много и прислуг. He had a lot of servants, but he also had a lot of цари things that he had to do. Цари позволяли себе различные удовольствия и отдыхи. И цари позволяли. And so kings, they sometimes allowed themselves to have these vacations that they took or resting that they did. Но вдруг, but all of a sudden, когда Дух Святой коснулся его, when the Holy Spirit touched когда him, сила Святого Духа, when the power of the Holy Божья Spirit, слава, God's glory, коснулось сердца Давида, touched the heart of David, он забыл про все это. He forgot everything. Его больше не интересует это. He was not interested его сердце in it anymore. Бьется. For his heart Господи, was beating. Я больше не зайду в мою комнату. Said, God, I will not enter Господи, my room. Я не пойду больше суетиться. I will not go to these vanities and worries. Я не положу голову мою отдыхать в моем месте покоя. That I will not rest. Покуда мы вместе не будем отдыхать с тобой. Until both of us find our resting place. Его сердце начало биться другим желанием. So his heart began to beat according to a different Hallelujah. Desire. Hallelujah. Hallelujah. Мне кажется, этого первого мужа Божьего, and I believe that first man of God, которого взял Господь, that God took, наверное, то же самое. It was probably Слава the same. Божья коснулась его. That the glory of God touched и он стал him. Ходить с Богом. And he started to walk with God. Бог, наверное, не мог от него просто отделаться. Maybe God couldn't even get rid of him. Он каждый день ходил с Богом. Every day he walked with God. Настолько понравилось Богу эти общения, что он забрал его. And God liked that desire so much that he just took him. Павел говорил. And Paul said, что благодать, которую Бог дал мне, that the grace that она God приняла gave мое me, сердце. It took my heart. И поэтому я молюсь, чтобы это произошло в каждом сердце. And I pray that this would happen to every heart. Аллилуйя. Hallelujah. Поэтому попроси у Бога помощи. And so ask God for help. Если Дух Святой тебе коснется, if the Holy Spirit touches ты можешь you, быть лучшим храмом. You could be the very best temple. Ты будешь лучшим храмом. And you will be the Он best сделает тебя лучшим храмом. He will make Он you укрепит the best тебя. He will Он даст тебе you. Силы. He'll give you power. Он вдохновит тебя. He will inspire you. He will give you faith. Ты будешь поклоняться Господу. And you will worship the Lord. И при этом получать самое потрясающее удовольствие. And you will receive a pleasure doing that. Второе, что нам нужно. And second thing that we need. Павел говорит, верою вселиться Христу в сердца наши. That with our faith we would all give our hearts over to Christ. Christ moving by faith. Христос вселится в сердце. Can enter our hearts. Можете представить, что вера она что-то видит. Can you imagine faith? It sees things. Павел говорит, если ты возьмешь веру. And so Paul says, when you take faith. Это слово. And your faith in that word. И ты увидишь, что Бог не там где-то, не там где-то, где-то там в космосе. And you will see that God is not somewhere far away, somewhere in Но out, Бог in the в твоем сердце. But that God is in your heart. Это твое общение. Then your fellowship станет with him. По-настоящему духовным общением. It will become a spiritual Потому fellowship. Потому что ты будешь искать Бога. Because then you will see God. Внутри твоего сердца. Inside of your heart. Потому что там он есть. Because that is where he dwells. Знаете, как происходило в Израиле? You know what happened in Israel? В Израиле было так. It was the following way. Был храм. They had a temple. Место, где жил Бог. That's a place where God lived. Утром. And in the morning. Священник брал угли. The priest would take the coals. Из жертвенника. From the altar. И брал благоухание. And he also took the incense. И восходил. Пред золотым светильник. And then he would go to the golden lamp. И делал благовонное курение. And then he would burn that incense. В это время. At that very same time. На улице. Outside. Все люди. All the people. Которые видели священника. That saw the priest. Они в это время поклонялись. At that time they worshipped. Потому что это знали, что это время Бога. Because they knew that that was the time of God. Там есть Бог. That's where God was. Вера, если по которой увидит, покажет тебе, что Бог в твоем сердце. But when your faith shows you that God is in your heart. Эта вера позволит тебе. That faith will allow you. Сделать больше места для него. To make more room for him. Больше места для него. More room for him. Больше места для него.
More room for him. И третье. And third. Павел говорит, ты должен знать любовь. Paul says that you need to know love. Ты должен знать Божью любовь. You need to know God's love. Это Бог тебя так любит. For God loves you so much. Он любит так, что невозможно это измерить. He loves you that it's not, we're not able to measure. Нельзя определить. We cannot find out and limit. Разум не способен понять. That our mind is unable to comprehend. Если ты спросишь, почему Бог хочет быть в твоем сердце? And if you ask why God wants to abide in your heart. Вопрос только один. There is only one question. Ответ, вернее, ответ только один. I apologize. There's only one answer. Потому что он любит. Because he loves. Потому что он любит. Because he loves. Аллилуйя. Hallelujah. Когда парень любит девушку. And so when a young man loves a woman. Он готов все отдать. He is ready to give up everything. Я иногда говорю парням. Sometimes I speak to young men. Ты что, потерял голову, что ли? Did you lose your head? Пастор, ну я ее люблю. But pastor, I love her. Но можете представить любовь, которую имеет Бог? But can you imagine the love that God has? Потому что Он любит. Because He loves. Он хочет быть с тобой, потому что Он просто любит. He wants to be with you because He loves you. Господи, ты что? Ты что? Посмотри на нас. Lord, look at us. Господи, ты что? Lord. А Он отвечает просто. But He answers in a very clear, simple way. Люблю. Тебе это непонятно. I love you so much. Тебе это непонятно, человек. You as a person, you cannot comprehend. Ты это не можешь измерить. You're not able to measure. Ты это не можешь понять. You cannot comprehend. Сколько во мне есть любви к тебе? How much love I have for you? Ради этого я отдал своего сына. I gave my son for this. Для того, чтобы это стало возможным. So that this would become possible. Чтобы ты был моим храмом. So that you would be my temple. И ты был моим жилищем. So you would be my dwelling. И ты был моим жилищем. So you would be my dwelling. Аллилуйя. Hallelujah. Три этих вещи помогут нам войти. And so these three things they will help us. Сегодня я верю, что Дух Святой призывает нас к этому. And I believe that the Holy Spirit is calling us to this today. На протяжении всех этих дней мы искали Господа. In the span of these days we were seeking God. И я хочу сказать, что Бог сегодня пришел на место встречи. And I want to say that God came today to this meeting place. Он пришел на место встречи поговорить с твоим сердцем. He came to this meeting place to speak to your heart. И сейчас через мои уста. And if today through my lips. У него есть обращение к твоему сердцу. He is speaking to your heart. Он Бог, который желает, чтобы твоя жизнь была местом его жилища. He is a God the desires for your life to be a твое place of his dwelling. So that your heart would be a place for Hallelujah. His temple. Он поможет тебе своим духом. And he will help you with his spirit. Вера от Бога, она откроет тебе возможность видеть Бога, живущего в твоей жизни. And that faith in God, it will give you an opportunity to see God as И he dwells in your heart. Любви. And according to the love. Даст тебе возможность, чтобы вся его полнота вошла в твою жизнь. According to his love, that will give you the opportunity for all of his fullness to enter your life. Но что мы ответим ему сегодня? But how will we respond to him today? Я знаю, что я отвечу я ему. I know what I will tell him. Что ты ему скажешь? But what will you say to him? Тебя есть ему что-то сказать? Do you have something to say to him? Тому, кто тебя безгранично любит. To the one who loves you without any limitations. Кто хочет провести жизнь с тобой на земле. Who wants to dwell with you here. И чтобы ты провел жизнь с ним в вечности. So that you would also spend your life with him in eternity. Вот что я хочу сказать ему сегодня. This is what I want to say to him. Укрепи меня, Дух Божий, по могуществу славы Божьей. That the Spirit of God would strengthen me according to the power. Чтобы я как Давид. So that as David. Что я как Христос. And as Christ. Был поглощен этим славой. I would just be immersed in that desire. Чтобы Бог нашел во мне место жилища. So that God would find within me the dwelling place. Чтобы я был его храмом. So that I would be his temple. Аллилуйя. Hallelujah. Я хочу ему еще сказать, Иисус. And I want to say to him, Jesus. Моей верой. My faith. Я вижу тебя в моем сердце. I see you in my heart. Ты здесь. You are here. Ты во мне. You are within me. Славный. Glorious. Сильный. Powerful. Побеждающий. Overcoming. Любовь моего сердца. Ты не в небесах. You are not somewhere in heaven. Ты не просто где-то далеко. You're not somewhere far away. Ты не просто иногда являешься в собрании. Or maybe just sometimes show up in services. Ты будь в моем сердце. But you should be in my heart. Ты будь в моем сердце. You are in my heart. Будь со мной. Abide with me. Аллилуйя. Hallelujah. Мое сердце твое жилище, Господи. For my heart is your resting place, Lord. Я есть место твоей полноты. I am the place of your fullness. Я есть место твоей полноты. I am the place for your fullness. Господи,
Lord, я место Твоей полноты. I am the place of your fullness. Я принимаю Твою любовь. I accept your love. Я принимаю работу Святого Духа. And the work of the Holy Spirit. Я принимаю Тебя верой. I accept чтобы быть местом Твоей полноты. To become a place Господи, of your fullness. Господи, эта церковь место Твоей полноты. This church is a place Господи, for your fullness. Господи, эта церковь это храм Твой. For it is your temple. Господи, эта церковь жилище Твое. It is your dwelling place. Найди покой здесь. You can find your да будет это место покоя Твоего. May this be your resting place. Восстань, Господи, и сделай сегодня этот дом домом Твоим. And make this your house. Сердце каждого местом жилища Твоего. And the heart of everyone your dwelling place. И да будет это место Твоей полноты. And may this be a place of your fullness. Твоей полноты. Of your fullness. Аллилуйя. Hallelujah. Благослови хлеб твой. And so bless your bread. Нищих накорми. And so you can feed the needy. Священников одень спасения. And so the priests will be dressed in salvation. Радость от Бога да будет неземная. And may there be the joy from God. Да посрамятся враги наши. That our enemies will be ashamed. И лицо невесты твоей да сияет. And may the face of your bride shine. Великой славой. With the great glory, Lord. Потому что ты с нами, ты в нас. Because you are within us. Ты внутри нас. You are within us. Давайте мы поднимемся. Let's rise. Давайте мы поднимемся. Let us rise. И пусть сегодня это будут также твои слова, твоей молитвы. And may these be the words of your prayer. Призови сегодня Дух Святой. Call upon the Holy Spirit. Верой сегодня все заселится в твое сердце. With faith, may He find a dwelling place in your heart. И вера в то, что Он любит тебя. May you have faith that He loves you. Да откроет твое сердце сегодня для Его полноты. May your heart be open to Твоей His fullness. Жизни. To His life. Давайте будем молиться об этом. Let's pray about this. Давайте будем молиться об этом. Let's pray about this. Аллилуйя. Hallelujah. 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 Ты Бог величия. Ты Бог славы. Ты Бог величия. Ты Бог славы. Ты избрал, Господи. Ты избрал, потому что хотел, потому что желал. Ты избрал народ Твой. Ты избрал каждого из нас, потому что хотел. Хотел жить в нас. Хотел, чтобы мы были Твоим храмом. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе. Glory to you. Братья и сестры, давайте поднимем руки Господу. Brothers and sisters, let us extend поднимем our hearts Господу, to God. Скажи ему. Our hands to God and say to him. Скажи ему, Господи. And say to я him, твое жилище. Lord, I am your dwelling. Я твой храм. I am your temple. Я твоя полнота. I am your fullness. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Велик наш Господь, велик наш Господь, ты вседержитель, ты Бог наш, ты Царь наш, ты великий, ты святой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Тебе слава, тебе слава, тебе слава, тебе слава. Тебе величие, тебе слава, тебе слава, тебе слава, тебе слава. Беба Бахочискеме Мехекаскана Махаларба Мехекаскана Махем. Меларба Бахочискеме Мехекел Маранаба Бахочискеме. Мегаскема Махаларба Мегаскема Махаларба Меграбахачкин. Мермараба Бахочискеме Мехекла Мамагараба Кламе Бикнайдем. Меме Мегаскема Махарба Мегаскеба Халарама Рекенебатем. Эларама Гачискема Махаклама Рекенайдем. Эгаскена Махаларама Мегачискеме Бихайдем. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя тебе, Господь. Аллилуйя тебе, Господь. Дорогая церковь, dear church, мы будем продолжать поклоняться Господу. We will continue worshiping God. Я благодарю Бога за эту глубокую атмосферу. And I'm grateful to God for this atmosphere. Если ты не вошел еще в эту глубину Его, Его призыва в твое сердце, and if you have still not entered that depth of His call,
calling in your heart, просто начни исповедовать слова, которые ты слышал. Just confess the words that you've heard. Дух, скажи, Дух Святой, сделай меня жилищем Богом. Say, Holy Spirit, make me a dwelling place for God. Разглашай верой, что ты жилище Божьего Духа. And proclaim with faith that you are His dwelling place. Во время поклонения, когда будет служить хор. At the time of worship, as the choir is говори ministering. Говори с Богом. Speak to God. Потому что я верю, когда ты будешь принимать хлеб сегодня. Because I believe when you take the bread today and the cup. Ты должен быть готов в своей вере. You need to be prepared. Чтобы принять Божье действие в твою жизнь. To accept God's work in your life. Принять Божью благодать в твою жизнь. To accept God's grace in your life. Принять Божью благодать в твою жизнь. Аллилуйя. Grace in your life. Во имя Иисуса я благословляю тебя, церковь. In the name of Jesus, I bless you, church. Аллилуйя за тот крест. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.
Писание говорит, and the scripture says, что Иисус в ту ночь, которую предан был, that Jesus in the night in which he was betrayed, взял хлеб, took bread, преломил, and he broke it, благословил, he had given thanks, he blessed it, и сказал, and he said, примите, accept this, едите, and eat this, сие есть тело мое, for this is my body, за вас ломимое, which is for you, which is broken for you. Сие творите, do this, когда только будете есть и пить, в мое воспоминание, in remembrance of me. Hallelujah. Hallelujah. Дорогая церковь, dear church, понимаем ли мы сущность того, что происходит сейчас? Do we understand the essence of what is happening right now? Понимаем ли мы сущность Нового Завета? Do we understand the essence of the New Testament, of the New Covenant? Писание говорит следующее. The scripture says the following. Вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь. Here is the covenant that I am making after these days. Я вселюсь в них. That I will abide in them. По теме то, что мы слышали сегодня, я в них вселюсь. And as we heard already today, when I abide with them, when I enter their hearts. Я не буду, как ходил с Израилем. I will not walk as I did with Israel. Я с ними ходил, как будто бы взявший ребенка за руку и вел его. I walked with them as someone, as a father that takes the child by hand, leading them. Но я вселюсь в них, буду местом ихним жилищем. It said that I will find my resting place, my dwelling place in them, I will be within them. И я буду их храмом. Другими словами, я буду их Богом, и они будут моим народом. And I will be their God, and they will be my people. Вот сущность. And that is the essence. Христос когда-то говорил спорящим с ним фарисеям. And Christ spoke to Pharisees. Множество учеников услышали эти слова, они оставили Иисуса. Many of the disciples hearing the words, they left Jesus. Он сказал: «Тело мое, плоть моя и кровь моя есть истинно пища и питье». He said that my body and my blood, that is the true food and drink. Люди говорили, кто может слышать такие речи? And people said, well, who could listen to such words? Но Христос говорил, but Christ said, кто будет есть плоть мою? Who will eat of my flesh? И пить кровь мою? Drink of my blood? Тот пребудет во мне. That person will abide in me. И я пребуду в нем. And I will abide in them. И я в нем. And I am in them. Сущность сегодняшней трапезы. So the essence of today's supper. Чтобы через принимая хлеб. Is by accepting the bread. Ты подтвердил веру твою. You are confirming your faith. Ты снова сказал, Господи. You said once again, Lord. Я место твоего жилища. I am your dwelling place. Я храм. I am the temple. Ты мой Бог. And you are my God. Я поклоняюсь тебе. And I worship you. Ты мой Бог. You are my God. Аллилуйя! 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 Поэтому сегодня. And so today. Я хочу, чтобы мы услышали еще раз то место, которое я цитировал. I want us to hear one more time the place that I said. Павел говорит, что в своем теле. That in his body. Бог уничтожил всякую, Иисус уничтожил всякую вражду. That God, he put to death all enmity. Когда в Ветхом Завете Бог явился народу своему. In the Old Testament, when God appeared to his people, то гора дымилась и пылалась. Then you would see the mountain and you'd громы, see the smoke. Громы, молнии, страх. And you would hear the thunder and you'd там see lightning and присутствовал fear. Не только слава Божья или святость Божья, там присутствие вот этой вот враждебности. But there was all alongside with God's presence, there was also that presence, that enmity. Где святость не могла соприкоснуться с ничем несовершенным. Where that holiness, it could not touch anything that was imperfect, that но was сегодня flawed. В этом зале. But today, in the sanctuary, нет враждебности. There is no enmity потому что anymore. Иисус на кресте Голгофы. Because Christ on the cross of the Calvary. Убил ее своим телом. He put it to death with ее his body. Больше нет. There is no more ее enmity. Больше нет. There is no это more. Для того, чтобы Бог мог жить в твоем сердце. And that is so God could abide in your чтобы heart. Чтобы ты был его храмом. So that you would be his temple. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Господь, я прошу благословить этот хлеб. And so I ask to bless this Господь, bread. Мы благодарим тебя за Иисуса.
And we pray for Jesus. And we thank you for Jesus. We thank you for Jesus. Thank you for Jesus. Умирающего за нас на кресте. The one who died for us on the cross. Эл марабабахаке гаскал маналама махаракаскунда. Эл марабабахал бабегрегаскуна махолма мегрегаскал маналанда. Эл марабабахал бабегрегаскуна голка мегрегаскал маналама. Эл марабабахеске махал марабегрегаскуна морунда. Эл марабегрегаскуна голка мегрегаскал маналама. Мен бабахол мегрегаскуна маналама. Эл марабегрегаскуна мабехека. Лор мабеир махочкискал мабе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Има магаскуна мабахочкискал. Мила мамахагрегаскуна бахорана бакан. Благослови, Господь, также народ сегодня. Благослови во имя Иисуса Христа. Тебе слава за все. Братья и сестры, когда придет к вам хлеб и чаша, принимайте сегодня с верой. Вера не только верит в сердце, for faith does not just believe and heart, говорит устами, but also faith speaks through lips, провозглашает, it proclaims, исповедует, and it confesses. Пред Богом да будет ваше исповедание. May you confess before God. Мы хотим наполниться всею полнотой Божьей. That we want to be filled with the fullness of God. Как церковь, as a church, и в отдельности. And each individually. May the Lord bless you. In your eyes and we will rise to carry your
Мы желаем быть твоим храмом. So that we can be your temple. Аллилуйя.
Мы желаем быть храмом Божьим. Сегодня в этой молитве мы просим полноты Божьей. And we ask for the fullness of God. Полноты Божьей. The fullness of God. Аллилуйя. Hallelujah. Ибо ты Бог славы и величия. For you are God of glory. Мы ищем тебя в нашем and сердце. Majesty. Мы провозглашаем твое присутствие. And we proclaim your presence. Мы твоя полнота. We are your fullness. Мы твой храм. We are your temple. Мы твое жилище. We are your dwelling. Аллилуйя. Hallelujah. Умножь нас твое присутствие. Multiply your presence. До полноты твоей. And your fullness. До полноты твоей. For your fullness. До полноты твоей, Господи. For your fullness, Lord. Аллилуйя. Мы любим тебя, Иисус. Мы любим тебя, Иисус. We love you, Jesus. И чашу после вечери. And the word of God says, in the same way, he took the cup after supper. Дорогая церковь, я хочу, чтобы еще раз взглянули на чашу. And I want you to look at the cup once more, church. Сами чаши. The cup itself. Не представляют по себе никакой ценности. Don't have any value in them. Но то, что Бог поместил в эти чаши, but what God placed into that cup имеет цену
высшую цену. Has the highest price. Во всей вселенной. In all the universe. Во всей вселенной. In all the universe. Ангелы хотят проникнуть в это. But the angels, they try to come. Пережить на мгновение таинство, которое Бог имеет со своей церковью. They want to experience that mystery that God has with His church. Это когда как никто не может проникнуться в близость мужа и жены, в их отношения, в их дружбу, в их гармонию, в их славную близость. And penetrate that relationship a husband and a wife have, that closeness they have, that the feelings that we have, that they have towards each other. Так. Никто не может проникнуться таинством, богатством, силу и славу, которая есть в отношениях Христа и Церкви, Нового Завета. Аллилуйя! Кто может объяснить, что это значит, Бог живет в тебе? Никто, кроме no one Бог и человек. Other than God and that person. И это чаша Нового Завета. And this is the cup of the new covenant. В крови Иисуса Христа. And blood of Jesus Christ. Отец, мы благодарим Тебя за страдания. Father, we thank you for your sufferings of your Son. Мы благодарим Тебя. We thank you. We're grateful. За каждую капельку крови. For every drop of blood. For every drop of blood. Каждую капельку крови. Каждую капельку крови Твоей. Bless the cup. И благослови весь народ сегодня. And bless the people today. Принимать не только чашу, но снова и снова соединяться с тобой. As we take the blood, may we again and again connect with you. Отдавать себя тебе в жилище. May we give ourselves up for you to, as a dwelling. Дух твой святой да утвердит твой народ сегодня. May your Holy Spirit may it confirm your people today in the name of Jesus. Аминь. Несите служители чашу. Ministers carry the cup of the new covenant. Hallelujah. 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 Glory to your holy name, Lord Jesus. Благодарю тебя за благодать, которую изливаешь ты сейчас на народ, на силу твоей благодати, на все, что ты делаешь, Господь, сейчас. Hallelujah. Hallelujah. Step brings us closer.
Аллилуйя. Аллилуйя. Господь. Lord. Мы открыли верхний врат. We have opened the gates. Мы поклонением и верой подняли верхний врат. For we came with our praises and И мы говорим тебе, войди, царь славы. That you would enter the King of glory. Войди, царь величия. The King of glory. О, восстань, всемогущий Бог. Our omnipotent God. И займи место твое. That you would come to your Займи dwelling place. Займи место твое в этой церкви. That you would take your place Займи in this church. Займи место в этом храме. In this temple. Займи место в этом жилище. In this dwelling. Займи место в каждой жизни. Take your place in every life. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. О, magnificent one. A glorious one. Величественный, славный. Великий Святой Бог, займи место Твое в нашей жизни, в этой церкви, в каждой жизни, в каждом сердце. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господи, мы представляем Тебе наше сердце. Церковь, подними свои руки.
Поднимите руки пред Господом. Примите Его сейчас. Свою жизнь. Полнота Твоя да придет, Господи. Во всей полноте, во всей полноте. Мы хотим наполниться во всей полноте. Мы хотим наполниться во всей полноте, Господи. Во всей Твоей полноте. Сойди на народ Божий сейчас. Сойди на народ Божий сейчас. Всей Твоей полнотой. Наполни нас Своей полнотой. Наполни эту церковь Своей полнотой. Наполни, мы приняли хлеб, мы приняли чашу. Мы причастились от Тебя, наполни нас сейчас полнотой, мы верим. Я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь.
and I don't have them. You see, my brain has not yet reached the point where it could form a thought that could adequately describe the greatness of my God. And my lungs have not yet developed the ability to release a breath with enough agility to breathe out the greatness of His love. And my voice, you see, my voice is so inhibited, restrained by human limits, that it's hard to even send a praise up. You see, if there are words for Him, then I don't have them. My God, His grace is remarkable. Mercies are innumerable. Strength is impenetrable. He is honorable, accountable, favorable. He is unsearchable yet knowable, indefinable yet approachable, indescribable yet personal. He is beyond comprehension, further than imagination, constant through generations, King of every nation. But if there are words for Him, then I don't have them. You see, my words are few, and trying to capture the one true God using my vocabulary would never do. But I use words as an expression of worship to a Savior who is both worthy and deserving of my words, so I praise Him. My heart extols the Lord, blesses His name forever. He has won my heart, captured my mind, and has bound them both together. He has defeated me in my rebellion, conquered me in my sin. He has welcomed me into His presence, completely invited me in. He has made Himself the object of my sight, flooding me with mercies in the morning, drowning me with grace in the night. But if there are words for Him, then I don't have them. But what I do have is good news, for my God knew the man-made words would never do. For words are just tools that we use to point to the truth. So He sent His Son, Jesus Christ, as the Word, living proof. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, giving nothingness formation. And by His Word He sustains in the power of His name. For He is before all things, and over all things He reigns. Holy is His name. So praise Him for His life. The way He persevered in strife, Son of God, becoming the perfect sacrifice. Praise Him for His death. That He willingly stood in our place. That He lovingly endured the grave. That He battled our enemy and on the third day rose in victory. Praise Him for He rose. He is everything that was promised. Praise Him as the risen King. Lift your voice and sing. For one day He will return for us and we will finally be united with our Savior for eternity, eternity. So it's not just words that I proclaim, for my words point to the Word, and the Word has a name. Hope has a name. Joy has a name. Peace has a name. Love has a name, and that name is Jesus Christ. Praise His name forever, forever, forever. Forever He is risen, He is alive.
Господь, мы ощущаем Твое присутствие. Ты окружил нас своей славой. Наше сердце, оно с Тобой. It is with you. Ты здесь. You are here. Ты с Твоим народом. You are with your people. Ты любишь Твой народ. You love your people. Ты сделал этот народ своим жилищем. You have made these people your dwelling place. Аллилуйя. 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 О, аллилуйя. О, аллилуйя. О, аллилуйя. 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 We sing hallelujah, the Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah, the Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. Ты сделал невозможное возможным. И мы сегодня провозглашаем Твою победу, Твою любовь, веру в нашем сердце. Ты в нашем сердце. И поэтому мы храм Божий, мы Божье жилище. И Твоя полнота, она приходит. Она здесь. Во славу Бога Отца. Отец Небесный, как слуга Твой, as your servant, желаю благословить Твой народ. I desire to bless your people. Благословляю Тебе народ Божий именем Иисуса Христа. I bless you, the people of God, with the name of Jesus Christ. Ты блаженный народ. For you are a blessed people. Потому что твой Бог есть Господь. Because your God is the Lord. И Он живет в твоем сердце. And He abides in your heart. И Он умножит свое присутствие. And He will multiply His presence. И Он укрепит тебя духом своим. And He will strengthen you with His spirit. И Он наполнит тебя верой. And He will fill you with faith. И даст тебе откровение своей любви. And He will show you His love. Так что ты народ будешь ходить в полноте Его богатства. And you will walk in His fullness. And the fullness of His presence. The fullness of Him in your life. I bless you in the name of Jesus Christ. And to you, Lord, will be the glory and the honor. Forever and ever. Господь, я благодарю Тебя, что вместе с Тобой пришли ответы на все наши молитвы. Lord, I thank you that you're sending your answers to all of our needs. На протяжении всего этого времени мы просили у Тебя. In the span of this time, we have asked you. Мы выражали Тебе нашу веру и поклонение. And we showed you our faith and our worship. Но сегодня благодарим Тебя, что вместе с Тобой пришли все ответы на желание народа Твоего. That along with your presence, we received all the answers for your people. И пришло больше, чем мы просили. And even more than we asked for, we received. Потому что Твоя полнота, because your fullness, it grants significantly more. Тебе слава за все. To you be all the glory. Тебе честь и поклонение. To you be the honor and the worship. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. И весь народ скажет. And all the people say. Amen. Слава Иисусу. Присаживайтесь, Lord пожалуйста. Jesus, please be seated. Братья и сестры, не расходитесь, пожалуйста. Please don't leave yet, brothers and sisters. Леонид и Вадим, возьмите эти коробочки с именами. Станьте здесь. Boxes with names at the front. Друзья, возьмите себе несколько имен, от которых вы будете благодарить Бога о их спасении. Please approach and take a few names, возьмите so you will pray and thank God for their salvation. Каждый день вам Бог даст вдохновение просто прославлять Бога за их спасение. May every day God give you that inspiration to glorify God for the salvation of their people. А возможно, наполнит вас молитвой и ходатайством. As we pray for them with intercession. И они точно получат спасение. Пожалуйста, у нас нет много времени. Давайте сделаем это быстро. Let's do this quickly. Братья Ашеры, приготовитесь, вы сразу же пройдете. And ushers will prepare.
Hallelujah. 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 Слава Иисусу. Glory to Jesus. Слава Иисусу. Glory to Jesus. Кто из вас получил сегодня благодать? Поднимите руку. How many of you received grace today? Raise your hand. Praise the Lord. Господь наш с нами, Господь здесь, Господь с тобой, Господь в тебе. Слава Иисусу, слава Иисусу, слава Иисусу. Glory to Jesus. Слава Иисусу, слава Иисусу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Братья, вы можете пройти прямо уже сюда вперед, и как только... And ushers, we invite Очередь you to the front. As soon as the people take their places, Дорогая церковь, you can хочу поблагодарить come. Вас за ваше искреннее всегда участие And в финансовых пожертвованиях. For your participation. Мне не так много времени бывает, чтобы поговорить с вами об этом, но я очень вам благодарен, что вы доверяете Богу в ваших финансах, что вы не жалеете ваших денег для Господа, что вы откликаетесь на нужды, пусть Бог воздаст вам своей славой, своим величием. Еще буквально минуточку, я думаю, Just что another minute здесь or so. Один брат хочет как-то взять самое лучшее имя. And the brother's trying to pick out the very best name there. Слава Господу. Glory to God. Спасибо, спасибо, слава Thank Иисусу. You. Glory to Jesus. Братья, ашеры, пожалуйста, я приглашаю вас. Ushers, I invite you. В это время я хочу сделать быстро несколько объявлений, поэтому прошу вашего внимания. I'll make a few announcements. В первую очередь, если вы были так в серьезном посте, If you were fasting, if you were keeping up with the fast, я вас очень прошу, I ask of you, будьте please, очень внимательны, be very attentive, как вы будете выходить с этого поста. As you are coming То есть у вас был на fast. Воде. So if you were fasting just by having water обычно, only, если вы были на воде, обычно берет столько же времени, почти сколько вы постились, столько полностью выход до того, чтобы вы кушали полную рацион If you were пищу. Just fasting, By just taking in water, then for you to be able to come out safely out of the fast, it will take about as long as you were fasting. Поэтому for. Начинайте что-то по чуть-чуть. So just start little by little. Если вам нужно личный совет, что подадите, мы вам подскажем. If you need some И даже suggestions кто был на Даниловом advice, посте, approach us. Тоже по чуть-чуть, не спешите, не повредите don't свой hurry, организм. Don't hurt your bodies by returning. Люди completely. Могут принести очень большие урон своему телу, если вы будете внимательны. Потом пусть Бог даст вам мудрость. А сейчас объявление. 13 февраля в 7 часов вечера семейное служение будет иметь вечерний семинар на тему важность общения в семье. Приглашаются все желающие и все возраста. Спикерами будут Лариса и Владимир Жибрик из Белоруссии. Второе объявление. С завтрашнего дня возобновляет наше детское служение Авана. Авана is being reinstated starting tomorrow. Поэтому, дорогие родители, завтра все детей в церковь. And so, parents, you can bring all your children to church. Еще напоминаем, в следующее воскресенье вечером начинается подготовка к водному крещению. And we are starting classes for preparation for water baptism as well. И еще раз напоминаем, что начинаются классы по подготовке видеооператоров. And also, we are starting, there will be classes starting for cinematography.
Также подростковое служение начинает в следующее воскресенье вечер, будет снова их будет занятие. And so teen ministry is also starting their ministry next week. И последнее, приближается подростковый молитвенный кемп с 18 по 20 февраля. And last February 18th through 20th we will have the teen prayer camp. Дорогие родители, dear parents, все ваши подростки должны быть на молитвенном кемпе. Have to be at that camp. И если вы хотите получить благословение, вы можете поехать вместе с ними. And if you want to receive a blessing, you can go along with them. Бог даст вам свою благодать. May God give you His grace. Поэтому обязательно запишитесь. So please sign up. И напоминаю о вечернем служении. And I also want to remind you of the evening service. А сейчас мы прослушаем нужды и совершим молитву за нужды. И на этом наше служение будет завершено, и пост официально объявляю завершенным. Благослови вас, Господь. And so our fasting is completed. May Lord bless you. Слава Господу. Glory to God. Сегодня имели прекрасное служение, да, церковь? We had a wonderful service today, isn't it? Hallelujah. Didn't we? У нас именинники, я зачитаю их имена. We have the following birthdays, I'll read если the names. Эти имена, если есть здесь еще именинники, пожалуйста, выходите, потому что это привилегия, чтобы за вас помолилась церковь все вместе. If there are other people who also have birthdays, please come to the front, because it's a privilege to get the prayer over you. Представляете, несколько сот человек молятся за вас. Can you imagine a few hundred people pray for you? Итак, Кейлеб Юрцан, ему 6 лет. Виталий Левкович, Яков, 2 года. А также имеем прекрасное событие. Виталий и Наташа Калиновская, они празднуют 20-летний юбилей совместной жизни. Also, there is a 20th anniversary of Виталий и Наталья Калиновский. Пожелаем еще им 3-4 раза постолько. We'll wish them 3 or 4 times more. Еще объявление также за то, что мы есть благодарность, что Бог ответил на молитву и муж получил новую работу. We have a note of gratitude that God answered the prayer and husband got a new job. Просят, чтобы Бог ему помог быть успешным на ней. They ask that we pray that God help him to be successful. Молитва за исцеление, помолиться за брата, который находится в госпитале, у него грипп. We also ask to pray for our brother who is at the hospital with a flu. Помолитесь за сестру Люду, у нее продолжается кашель и у ней операция будет во вторник на ее глаз, чтобы Бог помог ей и исцелил ее. Also, we'll continue to pray for Luda. She still has been coughing, and also she'll have a surgery on Tuesday for her eye, so God may bless the surgery. Также помолимся за семью Майи, которая отошла вечно. За нее молились во время поста. У нее был 4-й stage cancel. Помолимся за ее семью и надеемся, что она знала Господа и она с Господом. Also, we'll pray for the family of Maya, who passed away from the stage 4 cancer. So she passed away during our fasting time. And so God would give peace to the family members. И мы также помолимся за наших сестер, которые сейчас находятся в Африке, чтобы Бог их благословил обильно там и посетил своим присутствием. That we'll also pray for our sisters who are in Africa now, that God will be with them and bless them. Помолитесь за также дом, пишет мама, просьбу, чтобы дети ее ходили с Господом. Also, mom is asking to pray for the house that the children would walk with the Lord and Lord and be strong with the Lord. И еще одна нужда за исцеление, чтобы Бог исцелил нашу маму, пишет семья, и от ее боли в ее спине, потому что она даже не может спать ночью. Also, the family is asking to pray for their mother who has been having severe back pain and she can't even sleep at night. Церковь, давайте встанем, чтобы помолиться. Please stand up and we'll pray. Потому что наш Бог силен. Because our God is powerful. И Он отвечает на молитвы. And He answers prayers. Господь, мы благодарим Тебя за всех именинников, которые стоят на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господи Боже, за тех, у кого юбилей в их супружеской жизни, Господь. Благослови их, благослови, чтобы они были покрыты Твоим благословением, Твоя охрана, ограда, Твоя милость, любовь всегда сопровождала их жизнь, чтобы они были верными Тебе и служили Тебе, и Ты прославился в них от маленького до большого возраста, Господи. Благослови все эти нужды, которые мы имели, Господь Боже, нужды, которые мы имели за исцеление. Ты исцелил
спину, исцели от гриппа, исцели от кашля, исцели, Господи Боже, от различных других болезней. Помоги во время операции, Господь Боже. Мы просим Тебя также, благослови, Господь, и всех, кто находится на этом месте, у кого есть какие-то болезни или болезни родственников их, и они не сообщили об этом, но Ты приди туда, где они есть, Господи, исцели, коснись их, потому что Ты живой, отвечающий Бог. Господи Боже, мы просим Тебя также за нужды, которые имеют люди в отношении, Господи Боже, устройства на работе, в отношении детей, чтобы они служили Господу. Господи, мы просим Тебя также, чтобы Ты успокоил дух родственников, которые расстались с любимым себе человеком, Господь Боже, и укрепил их в это время, когда они переносят потери, Господи. И также мы Тебя просим за наших сестер, которые в Африке, Господи. Ты благослови их, пускай Твоя охрана будет над ними. Твоя, Господи, рука оберегает их, и чтобы Дух Святой использовал их всех для славы Твоей, чтобы, Господи, жизни людей поменялись. Они пришли ко Христу, они свидетельствовали об исцелениях, об освобождениях, о пробуждении, которое Ты зажгешь в этом месте, Господь Боже. И мы благодарим Тебя за это чудесное служение, что сегодня Ты говорил к нашему духу, говорил к нашему сердцу. И, Господи Боже, мы хотим идти с этого места, провозглашая о Твоей победе, о силе крови, о силе благодати, Господь. И Ты прославился на этой неделе в нашей жизни. Благослови нас всех. Мы все это просим во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.